Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Порозуміння між чоловіком і жінкою ніби звичайна і звична справа, але чомусь навіть між близькими людьми стають перепони. Як же їх уникнути, знає наш перший гість, який прийшов до нашої студії. Це Олександр Лопатін. Психолог, психотерапевт, гештальт-терапевт. Я рада, що саме пан Олександр прийшов з такою темою до нашої студії, бо чоловік та жінка повинні знайти і знаходити порозуміння завжди. Але так часто стається, що його немає. Чому? І що найчастіше стає причиною таких от непорозумінь? На самом деле сложно сказать, в общем сложно сказать, потому что, как говорил классик, все семьи счастливы одинаково и несчастны по-своему. Угу. Ну, на самом деле, как практика показывает, что и счастливы-то, собственно, тоже все по-своему. Поэтому так вот, чтобы прям вот выделить какие-то вот отдельные причины, вот, значит, какой-то такой секрет, который разгадаешь, и, значит, и он будет применим ко всем отношениям, это невозможно. Вот, не знаю, к сожалению или к счастью, но это невозможно. И тем не менее, наверное, я бы выделил, ну, по крайней мере, то, с чем вот в практике своей встречаюсь, когда работаешь с парой или семьей. Ну, наверное, такие основные моменты. Первое – это часто людям вообще сложно выразить вот то, что они переживают. А, тобто вони не договорюють, як то кажуть, не можуть сказати, що ж турбує, так? А, да, не да, можуть это виговоритись. Уже, і це теж, і це теж. Вот. А, іноді навіть сложно, іноді навіть просто сложно сорієнтуватися, що ж мене там переполняє, що ж це таке, що взагалі я переживаю. Вот один момент. А второй связан вот как раз с потребностями, которые тоже почему-то сложно, оказывается, разместить в отношениях. Угу. Але ж люди обирали один одного, так? Хтось комусь подобався. Довгий час зустрічалися, потім вирішили бути разом. І ось тут з'являються конфлікти. Перші конфлікти, які можуть призвести потім до розриву стосунків. І конфлікти. Ось в чому причина конфліктів і як же ставитись до конфліктів? Це добре чи це погано? Насправді конфлікт, можливо, це не так же і погано. На самом деле, да. Вот какое-то время назад как-то считалось, что конфликт – это плохо, и важно бы их избегать. Угу. Вот если не будет конфликтов, то, в общем, как-то будет хорошо, и пробовали так жить. Однако нет. На сегодняшний день как раз иной взгляд для пары, для отношений более подходящий. Что на самом деле конфликты, они неизбежны, вот, б, это совсем-совсем неплохо. Угу. Так вот, їх не треба уникати, якщо вони вже сталися. Вот, вот это важно. Их важно не избегать. Потому что как раз вот на чем спотыкаются пары и отношения, это как раз на этой идее избежать конфликтов. Вот как бы так прожить, чтобы их избежать. Ну, как бы это не проходит бесследно. То есть это возможно. То есть, в принципе, возможно. Есть такие, как бы сказать, кейсы, есть такие истории. Я думаю, вы посмотрите где-нибудь, найдете так среди своих знакомых людей, которые как-то могут так находиться в отношениях, лишний раз не ссориться. Вот как-то там. А знаєте, я теж на своєму прикладі дуже часто помічала, коли люди не сваряться, вони приглушають у той конфлікт ті емоції негативні, які десь вспливали, і дуже довго починають оці емоції їх турбувати. Тобто одна емоція наклалася на іншу, на другу, на п'яту, на десяту, і потім врешті-решт все одно буде конфлікт, але це вже будуть такі стосунки, які краще не клеїти зовсім. Ну, например, да, это где-нибудь рванет. Да, один вариант. Долго удерживал, 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 потом это как-то, ну, рвануло по принципу пружины. Да? Чем дольше ты ее отпускаешь, она начинает рикошетом бить куда ни попадя, это уже невозможно контролировать. Один момент. Да? Второй момент, ну, можно болеть. То есть это... люди еще потом начинают болеть, так? Або жінка, або чоловік хворіють. Ну, конечно, это тоже может быть какой-то способ выразить свое негодование, например. Или какой-то, ну, понимаете, как-то мы так устроены, что если потребность, она уже есть, она будет искать свой выход. Не даем ей какой-то прямой выход. Она так или иначе его какой-нибудь найдет, может быть, не в очень удобной форме. Например, я могу заболеть, тем самым что-то выразить. Угу. Вот. Это один момент. Ну, второй момент. Вот часто, например,
вот, ситуации измены, вот, относят к физиологии. А это редко так, на самом деле. В большинстве случаев это вот как раз такой способ избежать конфликта. Ну, то есть напряжение есть по каким-то причинам. Тобто зрада – це щось не задовольняє. Ну, це і так, так і є. Якщо хтось комусь зраджує, то, мабуть, є якась незадоволеність стосунками. І, да, це от один момент. Второй момент, что это не потому, что я не удовлетворен. Вот часто это так приписывают. Я не удовлетворен, поэтому ищу там какой-то выход на соревнование. Нет, я не могу это напряжение реализовать в нашем, например, контакте, и поэтому я такое делаю, ну, как будто бы слив. Угу. Немножечко такой выход. Угу. И это отчасти так, ну, спасает в какой-то степени отношения, спасает. Тобто це ще може врятувати стосунки? А може навпаки? Ну, тобто, да. Якщо змовчувати, і ніхто не знає про це, так? Ну, друга, знаєте, половинка, как... то це ще якийсь час, але все одно це ж, мабуть, довго не може, да, не може, ну, знаєте, продовжувати. Як називають, от, волки санітари леса, так от обычно, от ці любовники і любовниці, це такі санітари сімей. Так, от, часто вони спасають, що... брак, конечно, ага, конечно. Що це повинно бути? Нет, я не говорю, что это должно быть. Я говорю о том, что это часто происходит по той причине, что вот как раз людям удается избежать конфликта. Угу. Ну, бачите, так все складно насправді. Хочеться, щоб такого не було. Ми сьогодні якраз навпаки шукаємо вихід з тих стосунків, які вже починають десь надколюватись. І щоб не було пізно. Якщо ви вже почули, ви дізналися, що щось там не так, не треба ж уже доводити до того, щоб справді були стосунки на стороні. Ну, як на мене, то взагалі краще вже ніяких стосунків, аніж щоб це було так подвійну гру таку вести. Подвійне життя, як то кажуть. Да, от мені кажется, вообще важно понимать, що вот это что-то не так будет всегда. Угу. Ну, то есть вот эти проблемы – это некоторая данность. То есть будет всегда. По той простой причине, ну как сказать, ну есть некоторые, что ли, данность, вот такие нормативные кризисы. Вот угу. Мы пока встретились, там вот этот, как в простонародье называют, букетно-цветочный период, все красиво, там люблю, куплю, полетим. Вот как бы все хорошо, а потом начинаются задачи. Потом начинаются... Так, але ж все одно треба жити далі, треба розуміти, що ці, як ви кажете, задачі, ті плани, які у вас є, робота і так конечно, далі, і так далі, діти, да. Вони ж повинні конечно, бути. Звісно, є у мене плани, є у вас плани, ну, вот, є у дітей якісь теж потребності. От вот наступає така череда конфліктів, вот, як ця череда разногласій. Угу. Вот, надо решать, надо решать. На самом деле, интересно так, вот, одна наша коллега говорила, что вот по сути, если такой весь романтизм отбросить, то мы посмотрим на какую-нибудь семейную пару, вот они за всю жизнь, ну, какую-то длительную, вот так даже, чтобы чай одновременно захотеть, это пару раз случается. Угу. Обычно кто-то хочет, второй соглашается, либо отказывается. Это всего лишь чаепитие, понимаете? Сколько таких других задач, более важных, каждый день, да, ежедневно. А взагалі це неможливо так зберегти новизну стосунків? Так, щоб ось цей період, коли ви були закохані, щоб він продовжувався якомога довше, а можливо і все життя. Так, можливо? Ну, вот эту влюбленность сохранить. Ну, тільки зачем? Зачем? Ну, щоб так було добре один з одним, щоб вже не хотілося мати стосунків на стороні, як ви кажете. Ну, понимаете, если вы, конечно, одержимы таким аффектом, да, страстью, то, конечно, придется тогда искать каждый раз вот именно новые ощущения. Ну, как бы в этом смысле, например, вот есть влюбленность, есть любовь, и это просто разные переживания. Не значит, что одно лучше, второе хуже. Угу. Тобто треба переходити з однієї стадії до іншої, так? Була закоханість, так? Да. Потім вона повинна перейти вже в кохання, таке да. Довше, триваліше, вона глибше перейти, почуття. Може не перейти. Да. А може не перейти. Якщо не перейшло, то що тоді робити? Ну, не перейшло, значить. Значить, треба розірвати ці стосунки, як на ваш погляд? Ну, что значит разорвать, да? Ну, если у вас любви нет, вот, ну, сложно сказать. Это вот кто так решает? Так же психотерапевты не знают, что делать в такой ситуации. Это же, ну, дуже хочется так сделать, чтобы съединить одну половинку с другой. Або навпаки, нехай же тогда не будут разом.
Вот. Вот это еще один такой миф, например, который тоже затрудняет отношения. Вот про то, что семья – это обязательно… Вот эта пара – это одно целое. То есть одна половинка, вторая половинка. Ага. Це не ціле. Не може бути ціле. Вот оно может быть, но это несколько осложняет отношения. Потому что вот представьте, если так вот вдруг в реальности стало, что у вас партнер – это вторая половина. И то есть без него вы не можете жить. Знаете, сколько будет тревоги? Ну, так, нужно как-то каждый раз обеспечивать его присутствие рядом. Угу. Вот. Ну и свое возле него. Ну, то есть, всякий раз, когда он отходит... А чому тоді так в народі прийнято говорити «друга половинка», «ви одне ціле», є такі... От... Много всего есть в народе, что говорят, вот оно как-то... Ну, по крайней мере, мне кажется, звучит, конечно, красиво. Вот. Ну, просто, может быть, кто-то... Ну, ошибались люди. Например, взяли за идею такой конфлюентный союз и сказали, что это хорошо. Это, ну, не обязательно. Для кого-то, понимаете, может быть, это и хорошо, а для кого-то вот нет. А вам не здається, що кожного разу стосунки і взагалі стереотипи поведінки, вони постійно змінюються? Колись вважалось, що повинно бути ось так, зараз більш на самостійність люди орієнтовані, і психотерапевти також, розуміючи таку ситуацію в суспільстві, вони намагаються підводити пару до того, щоб кожен був індивідуальною людиною, щоб кожен розумів, що в нього є своя справа, своє життя, а друга половинка, ну, от друга половинка, вона не зовсім таки і друга ваша половинка. Ну, совершенно верно. Правда, здесь это важный момент. Это важный момент. Например, вот какое-то время назад вот пара объединялась, и какая-то основная задача была, ну, и какая-то цель, и смысл тем, что просто мы вдвоем больше всего, ну, из внешнего мира, ну, как бы привнесем в наш общий котел просто больше и быстрее. А на сегодняшний день не обязательно, может даже обратный эффект быть, второй может тормозить. То есть, в принципе, я уже могу один прожить. Угу. До чого це може призвести тоді? Всі будуть одинокими і будуть себе нормально почувати? Ні, не обов'язково. У сім'ї, наприклад, другая какая-то функція появляється, і на перший план какие-то другие задачи виходять. Вот, например, семья сейчас, смотришь, вот, хорошо выполняет как раз вот роль психотерапевта. Угу. Ну, хорошо функционирующая семья – это место, вот, где есть место близости, где можно поднять свою самооценку, залечить раны. Ну, вот ты вышел там, ну, окружающая среда, она же, по сути, это враждебная. Ну, пришел домой, раз, раны залечил, самооценочка поднялась, вышел, опять зашел. Ну, то есть, и, по сути, вот молодые люди обращаются, тоже интересно, вот пара, когда обращается, вот, например, пара моего возраста, немножко старше, вот у них одни какие-то запросы, а вот такие молодые люди, когда обращаются, вот у них как раз основной такой запрос, ну, в моей практике, по крайней мере, это так. Вот про то, чтобы сделать вот эту семью такой, где можно было бы хорошо размещаться, можно было бы подлечиваться, поддерживаться друг от друга. Угу. Ну, теж непогано. Як конечно, варіант може конечно. Бути, і для того ж може і створюватись такого типу сім'я. І нехай би вона такою і була, так? Якщо люди це розуміють, то вони будуть разом, мабуть, довгий період часу, бо суспільство і справді може бути в деякій мірі агресивним. Так? Для них, в будь-якій степені, для них це може бути так. Що робити, якщо ви побачили, що ось ваші стосунки трошки надкололись? Чи потрібно їх склеювати? І, на ваш погляд, які надколи вже не потрібно склеювати? Ну, ой, сложно, конечно, в общем, говорить об этом. Но вот склеивать, да, по сути, мне кажется, вот все отношения – это постоянные какие-то надколы. Обо что-то люди бьются, ранятся, вот. Ну, оно может и неплохо склеиваться. Знаете, есть такая вот вид искусства, ваза разбивают, и потом таким, значит, золотом склеивают. Вот ага. В идеале может такая получиться, знаете, хорошая конфигурация. Так, але ж не всі конфлікти, мабуть, можна пережити. В яких випадках не треба цього робити? А, чого іменно? Ну, пережити оті конфлікти складні, тяжкі, які принесли глибокі рани людині, коли вона вже, можливо, не може з цим жити і змиритися, от в таких випадках треба терпіти чи ні, на ваш погляд? Ну, понять би, ради чого люди терплять.
Заради дітей, можливо, заради того, щоб зберегли стосунки, там ще заради чогось. Ні, понимаете, вот как раз отношения, они же для чего-то создаются. Потому что вот отношения ради отношений, это какой-то немножечко, мне кажется, вот уже, ну, вот это уже какая-то будет сложность, и это будет налаживать какой-то свой отпечаток. Потому, как правило, мне кажется, все-таки отношения, они для чего-то создаются. То есть есть какой-то смысл. Тобто, навіть якщо є у вас діти, чи, можливо, у вас є в суспільстві якесь положення, яке потрібно підкріплювати сімейним станом, то в такому випадку, чи, можливо, ще щось, можливо, фінансове забезпечення, буває таке теж. Наприклад, да. Так. Якщо ви на це согласні обоє, то, пожалуйста. Вот вы решили, что семья для вас – это такой проект по выращиванию детей. Чем плохо? Или, например, семья, как там, такой некоторый проект совместного бизнеса. Вот часто люди там вот так подумают, да нам как разводиться, делить это все, ну его. Давай-ка. Ну, если вы обои на это согласны, почему нет? Так, ну це ж якщо це буде мирно, звісно ж, так? Ну, звісно. Якщо це буде нормально для обох сторін. Да. Так. Ну і наостанок, пане Олександре, вже хочеться почути від вас якісь конкретні поради тим парам, тим сім'ям, тим людям, чоловікові і жінці окремо, які шукають себе, які, можливо, не знайшли вихід. Чи конфлікт був, чи, можливо, щось ще скоїлося в їхньому житті, і от зараз якраз порада психотерапевта їм допоможе. Ну, мне кажется, важно вот все-таки принять вот этот момент, что проблемы в отношениях будут, что это всегда какая-то работа. Вот. Б, что конфликты неизбежны. Это неплохо. Конфликт – это возможность куда-то продвинуться на следующий уровень. Это важный момент. Ну, хорошо бы, конечно, развивать чувствительность, потому что бывают какие-то хорошие вещи, сказанные немножечко... Ну, может быть, поздно или несколько раньше времени. Вот они проваливаются и не могут никак вот, второго узнать. Ну, какой бы еще такой совет? Да? Дуже непогані поради вже прозвучали, пане Олександре, я вам дуже дякую. Насправді, такі поради, яких, можливо, люди довго чекали, бо думали, що конфлікт – це погано, це вже все, це вже кінець. Що тут шукати вже нема чого і треба розбігатися, розходитися. Тут ви дали зрозуміти, що конфлікт насправді повинен бути. Якщо він є, то це добре, це вихід. Можливо, з тієї ситуації, яка між людьми склалася, і люди обов'язково знайдуть вихід, знайдуть ситуацію, яка допоможе обом. І якщо, тим більше, вони будуть прислухатися, будуть більш чуттєвими один до одного, будуть розуміти, що треба, можливо, почекати. А в якійсь ситуації треба навпаки сказати все, що ти думаєш, все, що є у тебе на серці лежить. От, і саме тоді будуть люди ближчими, будуть розуміти один одного. Ми вже не будемо говорити, що жінка і чоловік з різних планет, так? Вони насправді будуть трошки ближчими один до одного. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії, а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин.